Всем здравствуйте! Очень рада приветствовать вас на своем канале. Если вы проснулись только недавно и ждете мой расклад с чашкой горячего кофе либо чая, либо кто из вас что пьет по утрам, хочу пожелать вам прекрасного настроения, хорошего настроя на рабочий день, на рабочую неделю. И мне захотелось сегодня сделать расклад, который предложила Татьяна. Татьяна всегда мне предлагает очень много тем для раскладов. Танюша моя ученица и мой мотиватор. Это такой прекрасный солнечный человечек, который никогда на меня не давит, никогда мне ничего не говорит, что мне нужно сделать. Но так мягко, очень тактично подгоняет. Елена, когда вы сделаете это занятие? Либо, а когда будет этот расклад? Я вас не подгоняю. Ну вот хотелось бы это. Нет, это не манипуляция, это такая мягкая, дружеская настройка. Мне очень-очень нравится. Танюш, доброе утро. Расклад. Один из раскладов, так, который мне предложила, я пока, вы видите, да, мешаю колоды, всеми этими колодами сегодня будем пользоваться, который предложила Татьяна. Называется он «Мой судачок душевных сокровищ». Какие красоты души скрываются в нем. Название вы видели. Позиции перед вами, все как обычно, начиная с первого, с голубенького и по очередности. Выбирайте тайм-коды. Всегда есть в описании под видео. Также в описании под видео есть ссылка, которая называется... Что мне здесь тянет? Давит. Описание моих услуг и стоимость, если я не ошибаюсь. Вот если вы перейдете по этой ссылочке, вы сможете прочитать, как со мной связаться, какие у меня есть услуги. Если вы захотите записаться на консультацию, что нужно сделать, моя почта, мои контакты. То есть все, что вас интересует касательно меня и моей деятельности, вот именно по этой ссылочке, если вы перейдете, вы сможете все прочитать. Если вас интересует курс «Древо жизни», скажу, через три занятия, через три недели, где-то в конце июня приблизительно, я предполагаю, что курс будет уже окончательно завершен, и его стоимость будет 10500. Говорю это почему? Потому что меня сейчас уже спрашивают, вот если я его хочу сейчас приобрести, сколько он будет стоить? Пока он записывается, его стоимость 6500, потом стоимость поменяется. Поэтому если вы откладываете на потом, имейте в виду, что вам это будет немножечко дороже. Нужно ли вам проходить этот курс или нет, решать вам. Вводное занятие всегда доступно, оно бесплатно. Чтобы его получить, вам нужно будет просто написать мне на почту, сказать, я хочу посмотреть вводное занятие, дайте мне, пожалуйста, ссылку, я вам пришлю. Либо, если вы хотите еще глубже прочитать, в описании, конечно же, по той ссылочке, что я говорила ранее, есть описание подробное курса, что мы изучаем, как, для чего. Это один момент. Второй момент. На днях я проводила прямой эфир, где очень подробно рассказывала про курс. То есть, в принципе, задача и цель эфира была направлена на это. Эфир можно посмотреть в разделе, в плейлисте «Прямые эфиры» на YouTube. То есть заходите на мой канал, заходите в плейлисты, находите плейлист, который называется «Прямые эфиры» и смотрите. Там очень много прямых эфиров, в принципе, все почти все, которые я проводила, а эфиры проходят раз в месяц для информации, да, в начале месяца, я их сохранила. Поэтому не пишите мне, пожалуйста, в комментариях о том, что Елене, как с вами связаться, я хочу к вам на консультацию, либо я хочу купить курс. То есть если я говорю, что вам нужно сделать какие-то определенные шаги для того, чтобы это все получить, сделайте их, пожалуйста. То есть если я вижу, что в комментариях мне пишут, например, я хочу прийти к вам на консультацию, ну окей, хотите, что вы для этого сделаете? Вот когда вы сделаете, тогда мы поговорим. Почему? Просто потому что одно желание недостаточно. С другой стороны, если я первые минуты каждого расклада посвящаю тому, чтобы объяснить, что нужно сделать, а человек не слушает, то здесь уже нет никакой моей ответственности. Да? Либо слушаете изначально вступление, потому что если вступление есть, оно для чего-то есть, не просто чтобы человек языком мел.
мое субъективное мнение. Просто я очень часто с этим сталкиваюсь, и все вроде бы взрослые люди, все понимают, да, но одно и то же. То есть если для подписчиков это разовое какое-то сообщение, то для меня это очень частичное, скорее всего, частое такое явление. И как бы я ни работала со своими эмоциями, иногда меня это выводит из себя. Я не могу понять, что мне нужно еще сделать, каким образом донести, рассказать. Просто вот такое отступление. Колод у нас сегодня будет 7, если я не ошибаюсь. Я так выбирала. 2, 4, 6... Я меньше выбрала, что ли? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нет, 7 колод, да, потому что 7-я сфера на древо жизни называется Нецех, и она ответственна как раз-таки за красоту. Ей управляет Венера. Курс действительно очень интересный, очень глубокий для тех, кто любит знания, но не поверхностные знания, а знания, над которыми нужно немножечко пошевелить своими извилинами, да, найти связь в нашей реальной жизни, да, как эти философские термины все можно применить. Он действительно глубокий. Вот, но подходит не всем. И здесь вопрос не в том, насколько человек умен или нет, а насколько ему интересны знания и расширение своих сознаний. Курс действительно расширяет сознание. Итак, я дала вам время, чтобы вы определились, почему я взяла столько колод, потому что я хочу сделать расклад следующим образом. Я вытащу по одной карте из каждой колоды. Почему? Потому что у каждой колоды разная энергетика. И мы посмотрим, какие красоты души, вашей души, скрывается в сундучке душевных сокровищ. Все время я заплетаюсь, когда много таких слов. Итак, время, наверное, было предостаточно. Колода – это театр кукол, эпическое таро, танец шамана, таро привидений. Ну, двигайся. Не хочет передвигаться с места. Я просто хочу освободить. Так, это значит таро привидений. Это метафорические карты, все о ней, потому что это женская все-таки колода. И колода Чака Спицана. Что там про успешную? Успех, счастье, что-то такое. Не помню, как она называется. Вот, но тоже метафорическая колода, оракульная, не знаю. Ну, не таро однозначно. Она делится на две категории. На темные истории и на светлые. На темных историях я смотрю ваши обычные сценарии, а светлые редко очень использую. Ну и поскольку мы говорим все-таки о сокровищах, хочется сказать о чем-то приятном, поэтому это будет светлые истории, рассказывающие о состоянии вашей души. Откладываем. И 7 колод, 7. Так, сегодня мне все меня сегодня напрягает. Что происходит, не знаю. Позиция номер 1. Голубенький камешек. Я, как и говорила, да, из каждой колоды возьму по одной карте. И мы с вами будем смотреть. Нету каких-то вопросов. Посмотрим, как эти колоды будут работать сообща. Здесь так и здесь так, да? Да. Я какая-то бабка на базаре. Такое разнообразие. Так, хочу просто место сделать, подвину. Так, туда, сюда и обратно, да? Итак, приступаем. Какие красоты скрывает ваша душа? Так, какие красоты скрывает ваша душа? Император, да, единички. Император, контроль. А в структурности ваша красота души заключается в том, что все понятно, все известно, все достаточно логично, структурно. Все взаимосвязано. Знаете, красота вашей души – это когда все
порядке, да, когда есть порядок. Причем порядок – это не обязательно, а когда все лежит на своих местах. В вашем доме может быть все достаточно хаотично, но этот порядок понятен вам. Да, то есть это не… у каждого, скажем так, у каждого свой порядок. И вот ваш порядок – это там… как это, те приоритеты, знаете, здесь мне идет описание, как-то, я не знаю, то ли это ваша комната, то ли это какое-то рабочее место, но это не офис. И очень так, на первый взгляд, знаете, заходит, и кажется, что вот, ну, может быть, кровать разобрана, ну, из-за того, что, возможно, вы только что проснулись, да. Мне показывается, причем белые такие простыни, не разноцветные, а именно белые. И вот рабочее место, на рабочем месте, возможно, это даже и офис, да, тоже будет. Но суть заключается в том, что человек, который смотрит на ваше рабочее место, ему кажется, что все в хаосе. Да, то есть, ну, может быть, бумаги так хаотично какие-то расположены на рабочем столе, но книги, они не сложены вот так вот ровненько одна на другой, да, она вот как-то вот одна больше, другая меньше, да, здесь какая-то стопочка есть, да, большая, огромная чашка с кофе, ну, мне почему-то кажется кофе, хотя может быть и чай, а может быть и травы кто-то заваривает, неважно. Но вот в этом, знаете, каком-то творческом беспорядке есть свой порядок, и это для вас важно. То есть даже если кто-то придет и переложит, ну, я не знаю, допустим, книги лежали вот так, да, одна на другой, вот, и просто человек возьмет и ровненько их поставит, все, ваш порядок уже теряется. Почему? Потому что то, как вы кладете, когда вы делаете какие-то заметки, может быть, кто-то разговаривает по телефону, да, либо когда размышляете, делаете заметки, вы заметки делаете в формате mind map, да, то есть если вы знаете, ментальные карты создаются с помощью компьютера. А заметки, они такие, знаете, вот лист бумаги, и что-то вы написали в серединке, что-то где-то сверху, здесь какая-то пометка, да, вот, может быть, это даже ваш ежедневник, пишете разными ручками, красное и синее, но оно идет, знаете как, не по порядку, то есть нет, чтобы вот на одной строчке я одно напишу, на другой строчке на друг, что-то другое, нет. Вы начинаете что-то писать там, где есть свободное место. И в тот момент, когда вы что-то записываете на листке бумаги, какие-то свои мысли, может быть, какие-то задачи, еще раз повторюсь, если человек будет смотреть на это, для него это хаотично, но в этом есть какая-то суть для вас, да, то есть вы понимаете, почему вы в правом углу написали, там, я не знаю, телефон, в левом углу там какую-то заметку, где-то цветочек какой-то нарисовали, либо какая-то фигурка геометрическая, ну, может быть, что-то такая, этот, каракулы какие-то, но если вы это перепишите потом на чистый лист, вы этого не поймете. Вот именно вот такой вот, такая хаотичность, это и есть ваша некая такая структура. В чем еще? Вам спокойно. Вам спокойно и комфортно, когда все известно, да, когда все сделано, да, когда все находится, повторюсь еще раз, в вашем известном вам каком-то порядке, именно вам. Далее, в чем еще? В том, что вы можете просчитать несколько шагов наперед, да, какую-то ситуацию, и вот известность в чем-то, да, когда все понятно, вот это придает вам какое-то внутреннее спокойствие, да, некая такая стабильность, что для вас очень важно. В этом тоже есть своя прелесть, в этом тоже есть своя красота. Какие красоты души еще скрываются? В этой колоде десятка луков, она говорит о том, что разрешаются на данный момент какие-то ваши шаблоны,
какие-то ваши идеалы, возможно, иллюзии рушатся, но то, что вы себе когда-то в какой-то момент придумали, да, и то, что придумали, вы в это еще и поверили, сейчас идут какие-то изменения. И вот красота в этом и заключается, что все ненужное, все лишнее сейчас отходит. Это, безусловно, неприятно, потому что это выводит из вашего вот этого равновесия, да, в котором вы привыкли, когда все известно, все понятно, все структурно. А сейчас происходят какие-то изменения именно в вашей голове, какие-то шаблоны и то, во что вы долгое время верили, сейчас как будто бы рушатся, рушатся идеалы. И возникает вопрос, а в чем же красота? А красота как раз-таки есть вот в этом высвобождении, да? Здесь нарисована огромная птица. То ли это орел белого цвета, то ли это голубь белого цвета, то ли это чайка, да, не знаю. Но вот состояние души, некого такого высвобождения, да, то, что вас ограничивало долгое время именно в голове. То ваше мировосприятие, которое присутствовало, именно сейчас наступает тот момент, когда вы готовы от этого избавиться, когда вы готовы, знаете, вот как-то взлететь, спорхнуть, и вот в свободном этом парении у вас наступает спокойствие, но сейчас уже спокойствие не от того, что вы все держите под контролем, а скорее всего спокойствие от того, что вы впервые почувствовали, что когда вы передаете ответственность Вселенной, кому-то другому, и не контролируете, насколько это легко, насколько это... Вы знаете, приносит вам какой-то вот, я не знаю, свежий глоток воздуха, что ли, какое-то вот облегчение, какая прелесть, наконец-таки, да, почему я раньше об этом не думал и не мог что-то отдавать, делегировать, от чего-то избавляться. Вот здесь вот красота души в том, что вы впервые, возможно, пришли к такому состоянию, когда что-то меняется, рушится в вашей жизни, и вам от этого хорошо. Вам от этого неплохо, потому что вы не сопротивляетесь этим переменам, вы уже как будто бы принимаете, но не в контексте смирения, да, что я не могу ничего делать, поэтому я должен покориться, а здесь именно в контексте того, что наконец-таки я дорос, либо дожила до того момента, когда я понимаю, что перемены мне во благо. Да? Раньше вот комарик летает, и вот я думаю, бить его, гада, или нет? Вот тоже летает, да, комарик, кровопийца. И здесь так получается интересно, что наконец-таки вы освобождаетесь, да, от лишнего, да, от того, что вам уже не служит, то те идеалы, которые вам уже не нужны. Здесь абсолютно что-то новое рождается. Хорошо. А что именно рождается? Наконец-таки вы выходите, знаете, хочется сказать, от своего отшельника, из своего отшельника, потому что метафорическая карта в данной колоде, посмотрите, человек стоит, сидит, скорее всего, на горе, на камне, и он босой абсолютно, и ноги у него поранены, кровь, и следы остаются, да, за ним до того момента, как он приходит. И поскольку в контексте вот именно такого хаотичного порядка карт, которые я сейчас выкладываю, да, у нас первично было разрушение, и вторично выпала вот эта карта. Если была другая последовательность, то и трактовка была другая. Но в данном случае, да, вот это вот освобождение, вы как будто бы освобождаете себя от своего достаточно болезненного опыта. Да, может быть, от каких-то уз, которые вас связывали. Может быть, от, знаете, ощущения того, что у меня не было каких-то ресурсов и возможностей двигаться дальше, да, сбили ноги в кровь, да, то есть нету обуви, нету каких-то инструментов, чтобы двигаться дальше, и вот поэтому вы, ну, как-то закрывались, да, а сейчас вы выходите, сейчас у меня ощущение того, что вы выходите от своего, из своего отшельника не потому, что вы устали, а это как будто бы естественным, да, путем произошло. То есть так и должно было быть. Это был естественно. Здесь не было принято решение того, что вот все, я не хочу больше замыкаться, я хочу как-то
ну, что-то поменять, нет. А оно как-то само собой разумеющееся произошло, да, начали рушиться какие-то сценарии, начали рушиться какие-то ваши идеалы, ну, то есть вы как будто бы по-другому стали смотреть. Я не буду разглядывать сейчас и рассматривать, что предшествовало этому, но однозначно вы выходите из своего отшельника. Выпадает аркан влюбленных, да, здесь как будто бы, если в прямом смысле мы говорим, кто-то вышел из отношений, которые были достаточно разрушительные, да, для человека, а кто-то здесь может быть... Здесь у людей, у меня знаете, что идет? У вас как будто бы поменялись ценности в вашей жизни. Не приоритеты, а именно ценности. Обычно ну, такое не бывает часто, да, когда вот именно ценности, вы, как бы объяснить вам, вы как будто бы пересмотрели, да, я не знаю, что для вас значит жизнь, что для вас значит отношения. Здесь... как будто бы вы нащупали какое-то зерно, какую-то суть, очень важную соль, да, в какой-то теме для себя. То есть вы ее не разбирали и не пересматривали, а у меня здесь идет общее ощущение энергии того, что как будто бы у вас пелена с глаз спала, и вы стали смотреть на вещи по-другому. И это не следствие, еще раз скажу, какого-то анализа, это не следствие какого-то обучения, а это, знаете, вот... А время пришло, и из гусеницы превратилась бабочка. И здесь нету причины, почему бабочка превратилась, почему у нее такой окрас. Вот просто превратилась и превратилась, и все. Вот здесь вот что-то такое, да, то есть вы как будто бы ценность себя, что ли, обретаете, говоря о бабочках, хочется мне сказать такое. Ну, конечно, королева Пентаклей. Вот она, прекрасная дама, женщина, да, которая, знаете, понимает и осознает ценность себя. Да? То есть это тот человек, который, хочется сказать, понимает толк в заклинаниях. Не знаю, может быть, для кого-то это и важно. То есть обращает внимание, возможно, на слова, как он говорит, что говорит, потому что... Ну, слова, может быть, достаточно важные. Здесь как будто бы человек захотел жить на земле. Не витать в облаках, да, не мечтать о чем-то. А, как, знаете, как выражение, да, хочу синицу в руках, все, мне ничего не нужно. Или журавля, не помню. Какая из птиц? Но сегодня здесь вопрос полета, да, однозначно. Хочу что-то такое весомое держать в руках, да. Здесь чувство, как будто бы вы, ну, начали жить в реальности, что ли. Здесь не про то, что повзрослел кто-то, а здесь именно про понимание своей ценности, да. Вот я хочу что-то делать. У вас появилось, возможно, впервые какие-то женские вот эти вот качества, да. Раньше было больше мужских, активных каких-то энергий, а сейчас какой-то, знаете, некой пассивности, но приятной, да, это когда ты находишься в спа, когда есть вот эти вот расслабления, и ты понимаешь, блин, насколько классно быть женщиной, да, получать вот эти вот все услуги красоты, какого-то такого вот расслабления, когда вы получаете удовольствие от своего тела, вот какое оно есть, и вы уже не ищете какие-то изъяны, какие-то недостатки. Вот здесь, знаете, чувство, что вы научились принимать свою жизнь такой, какая она есть. То есть даже не думая, а надо ее как-то улучшить или не улучшить, а почему такая. То есть вот от этих дум вы как будто бы уходите, да, здесь вы... Я не знаю, здесь вот другой взгляд на жизнь у вас появился. Да. Вы стали победителем, да. Вы как будто бы одержали победу над самим собой. Еще раз скажу, это не произошло с какой-то борьбой, не произошло как-то каким-то анализом. Здесь, возможно, вы долгое время, может быть, годами в себя вкладывались. И уже даже, может быть, кто-то и забыл, что что-то где-то когда-то делал.
Но вот именно сейчас вот эти вот семена, они зашли, да, и вы собираете как будто бы урожай. И вам это нравится, и вы наслаждаетесь. Но если мы говорим, я все-таки забываю, да, всегда, какая тема у нас, да, какие красоты вашей души, то в контексте королевы Пентаклей это уметь заботиться. Как ни странно, может быть, кому-то из вас покажется, но вы очень доверчивый человек, вы очень добрый человек, заботливый, внимательный, преданный, самое главное, да, и как друг, и как партнер, вообще как человек, терпеливый, да, вы человек, который может поддержать, человек, знаете, который уверен в себе, в завтрашнем дне, человек хозяин своей жизни, да, здесь хозяйка у нас выходит, такая, знаете, вот заботливая, не глупая, а именно заботливая, внимательная, человек, который обращает внимание на какие-то детали, человек, который может давать что-то другому человеку, даже если тот об этом ему не говорит заранее, да, вы как будто бы можете предугадывать какие-то вот бытовые, ну, моменты, не знаю, приготовить что-то, что человеку было бы приятно, и он бы об этом думал, да. Вот, например, да, я хотела, чтобы ты мне сегодня это приготовила, и вот вы взяли, как будто бы интуитивно, да, почувствовали и приготовили. Здесь слово угождать некрасивое, но оно действительно присутствует, я не знаю, если можно сказать, в позитивном ключе, да, когда вы хотите вот эту вот стабильность уже, какой-то комфорт, уют, теплоту, вот этот вот домашний очаг, то, что вам было не свойственно. Ну, по крайней мере, единичкам я не видела, чтобы у вас были больше такие мужские качества, не случайно изначально вышел император. Но вот здесь вот вы смогли одержать победу над своим отшельником. Вы вышли, и вот вы вышли из себя в этот мир, и вы увидели, какой этот мир на самом деле. Не такой, каким вы себе его представляли, а какой он является на самом деле. Вот пелена спала, и вы вошли в эту реальность. Вот здесь что-то такое было. Ну и смотрите, какая прелесть. Это вот этот оракул, да, оракул. Исцеляющие истории, да, и выпала карта мира. Вот я сказала, очень пересекается. Посмотрите, с королевой Пентакли. Не знаю, вам видно будет или нет. Женщина, которая сидит в позиции лотоса, да, в ногах у нее две рыбки. Ну, рыбки мы можем рассматривать и как изобилие, и как эмоции. И за ней лебеди, которые два лебедя, да, создают, ну, своей шеей, да, изображена как сердце. И три красивых белых лотоса, да, как чистота, вот прям что-то нечто аналогичное аркану мира, но здесь абсолютно другие энергии. Вы пришли как будто бы к гармонии, да, либо красота вашей души заключается как раз-таки не в той маске, а мужских энергий, которые вы транслируете, да. Я думаю, на днях сделаю этот расклад, какие маски вы носите. А здесь именно наоборот, вы как будто бы сбросили эту пелену и показали, какая вы женщина, да, если мы говорим о женщинах, либо какой у вас прекрасный, красивый внутренний мир. Но эту красоту не то, что вы ее выпячиваете, а вы ее излучаете. Вы как будто бы, знаете, вот внутри себя успокоились. То, что я говорила ранее. Пришли к какому-то миру, к какому-то согласию с самим собой, договорились, как вы будете жить дальше, выбрали какую-то общую стратегию в контексте императора, победили самого себя вот этих вот войн, убрали лишнее, все, что не нужно, да, какие-то мысли, шаблоны, и все у вас в душе стало спокойно, да, как говорится, и мир наладился, и позже это будет все транслироваться во внешний мир. Поэтому, говоря о красотах, которые скрывает ваша сокровищница, она скрывает действительно какой-то, вы знаете, вот глубокий мир, наполненный любви. То есть вот по вам не скажешь, по крайней мере по этим картам, что вы тот человек, который умеет любить, тот человек, который действительно переполнен не эмоциями, а именно глубочайшим чувством любви, спокойствия и гармонии. Вот либо вы что-то здесь сделали, либо это действительно была ваша природа, от которой вы отказывались, защищались, вот, и
одевали маску, да, каких-то вот мужских качеств, а здесь появились более мягкие, более нежные, чувствительные, какие-то вот новые качества, по-другому заиграли, то ли вы приняли в себе свою женщину, то ли что-то здесь такое заиграло, что-то новое. Вот такая вот у меня была первая позиция. Мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку. Так, я, как говорила, единичком хаотично выкладываю 7 карт. И также хаотично буду их рассматривать. Какие красоты в вашей душе скрываются? Вот с этой карты и начнем. Служение. Вот это ваша самая такая, скажем, основа, да? Человек, который умеет служить другим людям. Человек, который, мне хочется, знаете, сказать изначально, вы должны научиться прямо вот сразу служить самому себе первично. Принять, и вы очень любите природу, безусловно. Двойки у меня всегда проходят как люди чувствительные, нежные. Но вот здесь вот хочется сказать, что вы вот прям такой человек, который всегда всех пригреет, всегда всех как-то поймет, обнимет, да, слабых захочет защитить. Здесь вот человек, который ну, не способен на какое-то насилие, на что-то такое негативное в сторону других людей. И вот ощущение по этому аркану, что вы как будто бы созданы для того, чтобы защищать, да? Защищать как-то детей, защищать невинных. Причем вы это делаете не жестко, как по правосудию, да, а как-то вот, я не знаю, с любовью, с мягкостью. Вот, вот у меня здесь идут такие люди, которые, знаете, вам очень нравятся тактильные всевозможные ощущения. У меня идут здесь женщины, которые не то чтобы любят, а которые могут просто вот обнять, да, обнять, и идет какая-то вот, ну, терапевтический процесс, да, не словами. Вы не тот человек, который оперирует словами, вы как-то исцеляете, как бы так сказать, вам здесь, как проходит этот процесс, я не знаю, вот вы просто есть. Мне идет здесь что-то с объятиями, да, вот что-то такое, вы не руками лечите, а вот вы можете просто так обнять, и вот этот вот свет, он идет из вашего сердца. Вот какое-то излучение, знаете, как люди бывшего союза помнят, когда то ли ухо болит, то ли еще что-то, были какие-то такие синие лампы, да, специально, это, я так понимаю, ультрафиолетовые какие-то лучи, что ли, вот, их всегда прикладывали, я помню, в детстве мне мама все время над ухом держала эту лампу синюю, и минут 10-15, чтобы ушко согревалось, вот здесь вот что-то такое, кстати, то, что я сказала про ушко, не случайно, вы о себе не очень всегда лестно называетесь, да, имейте это в виду, но в любом случае вот ваше сокровище заключается в том, что вот вы своей какой-то вот теплотой, как эти ультрафиолетовые лучи, как эта синяя лампа, знаете, согреваете. Вы согреваетесь, и человек в ваших объятиях, он как-то успокаивается и начинает, знаете, когда спокойно, человек понимает свою суть, и он четко знает потом интуитивно, что ему нужно делать и как ему нужно делать, ну, то есть куда ему нужно идти. И вот ваша задача не учить, а как-то вот согреть, обогреть, но не очагом. Здесь не про огонь, а здесь вот именно про свет, что-то такое божественное. Может быть, вы умеете молиться, и вот ваши молитвы как-то служат каким-то исцелением для других людей. Может быть, ваши чистые намерения, побуждения помогают другим людям. Но вот здесь вот ваша задача, да, может быть, не задача это. Но карта выпала так, и ее название служение. Вот это, наверное, основа
вашей красоты души, то есть умение служить бескорыстно, что-то делать для другого человека просто потому, что вам так захотелось, да, просто потому, что вы так почувствовали, и вы пошли вот за этим зовом своим. А, хорошо, еще какие у вас душевные сокровища? Здесь метафорическая карта, когда девушка стоит на край какой-то вот горы и смотрит сверху вниз. Не исцеление, а здесь, знаете, здесь у меня проходит почему-то стихия воздуха. И вот это вот, может быть, кто-то из вас в горах живет, либо вам горы нравятся. Но здесь, знаете, такое ощущение какой-то вот свежести, что ли. И вы как будто бы умеете коммуницировать со стихией воздуха. Здесь у меня такое ощущение, что кто-то либо призывает воздух, да. Как-то, ну, разговаривает. Здесь кто-то разговаривает с воздухом. А может быть, кто-то, знаете, в горах живет и в горах поет. И вот у меня идет такая, ой, боже, какая прелесть, мне идет такая, знаете, аура, сейчас я расскажу, почему я так сказала. Вот я вижу человека, может быть, здесь даже и мужчина, кто-то из мужчин смотрит меня, не знаю. Но вот вы поете, и причем так поете очень красиво и мелодично, и вот ветер вам подвывает. Вот вы как будто бы вдвоем с ветром поете, я не знаю, вот... дуновение вот это вот, причем ветер не слабенький, не легкий ветерок, а такой достаточно, ну, сильный, и вы поете, и он поет. Я не знаю, как это сказать, как это писать, но это вот прям, это так, это очень красиво, это завораживает, это действительно завораживает. Поэтому я сказала, вы как-то умеете, ну, вот здесь есть какая-то, либо ваше место силы в горах, либо вы живете в горах, либо вы входите, ну, либо кто-то мечтает съездить в отпуск, либо ходите в какие-то пешие походы, горы, либо ваше место силы именно в каких-то вот горах, где, ну, очень высокие, там не про полянки с цветами, нет. А здесь вот именно, понимаете, вот эта вот энергетика такая мощная, вот это вот всей природы, земли, вот что-то такое, вот прям супер. И к чему я это сказала, что с одной стороны вы свободны, ваша душа, вы хотите, чтобы ваша душа была свободной, а с другой стороны вы мне идете все-таки парным человеком. То есть вам пара нужна, не семья, а именно пара, да, человек, который бы вот вас... хотела сказать, скорее всего, изначально оберегал, но, знаете, сейчас такое вот ощущение, что вам уже не нужно, чтобы вас кто-то защищал. И вот вы в своей вот этой вот уязвимости, вы действительно сильный человек, сильный духом человек. Кажется, внешне, либо ну, как-то со стороны кто-то может дать вам оценку, что вот вы какой-то слабый, но это будет неправильно. Вы действительно сильный человек, то есть вы не ломаетесь, вас нельзя согнуть. Вас можно обидеть, да, вас можно огорчить, да, но вас нельзя сломать. Вот вы как ветер, понимаете, вы необъятный. Вот это вот, скорее всего, мне передается состояние вашей души, такая, знаете, вот свободная, легкая и очень-очень добрая. Вот от вас доброты много идет. Вот ваша красота души, она заключается в четверке мечей, когда вы отдыхаете. Вот когда вы отдыхаете, вы действительно наполняетесь, да. Вы, еще раз скажу, кто-то читает молитвы, но либо общается с высшими силами, либо, я не знаю, есть у вас диалог внутренний, я не знаю, там, с архангелом. Вот с кем-то, с какой-то силой вы, светлые, коммуницируете. Не знаю, верите вы это, не верите, когда разговариваете, но это для вас уже, ну, это привычное. И вот здесь вот ваша красота в том, что когда вы уединяетесь, вы восполняете свою энергию, но вы... знаете, здесь не усталость, а здесь вот, вот вы сами собой, и вам хорошо.
Здесь какое-то вот наполнение идет. Хоть карта четверка мечей, она говорит о том, что человеку нету каких-то сил, ресурсов, да, и он отдаляется для того, чтобы принять какое-то решение, либо восполнить свои вот эти вот ресурсы. Но у меня идет здесь ваше восполнение ресурсов. Вот вы знаете, вы, ну, не знаю, может быть, кто-то медитациями занимается, потому что здесь человек все-таки лежит, да, либо какие-то практики, либо, может быть, кто-то в астрал выходит, да, тоже внетелесные какие-то практики, выхода себя. Но что бы вы ни делали, однозначно это что-то такое светлое. Это то, что вам согревает вашу душу. И, знаете, вот когда батарейка уже пустая, и ее ставишь на зарядку, и вот так хорошо, вроде бы она ничего не делает, да, эта батарейка сама, а ее напитывает энергией. И вот это вот, ну, приятное такое ощущение. Вот у вас что-то такое. Вы тоже можете, знаете, к чему-то подключаться, к какому-то источнику, и он вас наполняет. Здесь вышла карта разрушения, я не могу понять, то ли вас разрушают, то ли вы умеете. Давайте я все-таки уточню, то ли вы разрушаете, ну, как красота вашей души. У меня ощущение того, что вы как будто бы умеете восстанавливаться после каких-либо разрушений. Вы сейчас, скорее всего, это ваш момент сейчас, когда вы восстанавливаете после каких-то разрушений, но восстановление, оно сейчас у вас уже не болезненно. Видимо, оно идет к какому-то завершению, и вы уже, хочется сказать, знаете, вот в предвкушении, да, нетерпение, когда я снова могу войти в что-то, во что-то, да, вот наполниться. Может быть, у кого-то день рождения будет, и вы вот ждете. Может быть, у кого-то какой-то праздник, здесь вот ощущение какого-то, ну, праздника, что будем... А может быть, кто-то поедет в горы и предполагает, что хочет вот то ли искупаться в чистой родниковой воде, то ли напиться родниковой воды. Вот здесь вот что-то у вас, а может быть, кто-то чистки здесь делает сейчас. Или это вот ваши практики, или вы чиститесь. Потому что мне идет такое, знаете, вот разрушение, но не болезненное разрушение, а, ну, вот как будто бы человек был грязный, и он помылся, и такой, знаете, свеженький-свеженький, как после баньки, да, и вот заново родившийся. И здесь разрушение во благо, потому что, ну, вы понимаете, насколько это классно, ну, то есть вы этого как будто бы хотели. Сами как будто бы хотели что-то разрушить. Либо вы уже научились себя разрушать то, что не нужно, для того, чтобы наполниться заново. Ну, здесь приятные энергии. Какие красоты еще скрываются в вашей душе? Здесь, знаете, ощущение того, что вот какой-то вот этап не описывает больше, не вас как человека, а какой-то этап. А этап развития, когда вот вы что-то сделали, прям очень пересекается с этим разрушением. То есть вы приложили какие-то усилия, сейчас вам говорят, отойдите в сторонку, и процесс запущен, и пускай он дальше происходит так, как происходит. А так вообще вы очень любите обучаться, чему-то учиться, как-то вот развиваться. Вот вы у меня чисто энергетически считываетесь, как воздух и вода, а здесь как будто бы, знаете, такой вот огонек, то есть у вас какая-то искорка такая, задор. Вот детский какой-то такой задор, когда радостный, и хочется сказать, что вот по вам ты и не скажешь, да, вроде бы такой тихенький, спокойненький человечек, такой непримечательный, где-то сидит в сторонке, но когда есть какой-то вот праздник, вы как-то вот раскрываетесь по-другому, да. То есть вот вам, может быть, даже люди говорят о том, что «а я бы тебе не сказал, что ты, ну, вот такая классная, можешь, ну, радоваться как-то вот, я не знаю, смеяться, веселиться». Почему-то восприятие людей вас как более такого человека
ну, замкнутого, да, я бы сказала. А когда вы радуетесь искренне, и это так приятно, это так зажигает. Вот вы как зажигалочка, и вы становитесь абсолютно другим человеком. И вам, может быть, люди и говорили, что вот вы, ну, когда... Что вы можете быть душой компании, а вот по вам не скажешь, как-то так. В чем еще красота? Сокровище вашей души. Вот когда вы перестаете ограждаться, закрываться от других людей, да, вот тогда, возможно, вы, когда доверяете, хочется сказать, знаете, когда вот вы доверяете, да, вы раскрываетесь, и вы показываете себя с абсолютно другой стороны. То есть вы от этой, ну, холодности и чувствительности уходите и становитесь каким-то таким очень огненным человеком. У меня ощущение такое, что у вас, знаете, у вас очень много даже какого-то сексуального потенциала, энергии какой-то, да. Вот вы как будто бы, если смотришь женщина, да, вот как женщина, как будто бы не раскрыли свой какой-то вот сексуальный потенциал. Вот у вас столько, как бы сказать, да, энергии, вот это вот удовольствие, наслаждение, что вы его не получаете. Да, вы умеете радоваться, вы умеете сопереживать, чувствовать. Но вот здесь вот такое ощущение, что вот вам как будто бы удовольствие, ну вот хочется каких-то вот телесных удовольствий. Я не о пошлости, я о чем-то вот таком... как бы так сказать, земном, хорошем, теплом. Что-то такое, что вот мне напоминает, знаете, когда вот тесто на дрожжах растет, и вот оно увеличивается в масштабах. Вот здесь вот что-то такое, вот есть у вас что-то, что вы еще не раскрыли. Может быть, вы внутри себя подозреваете о какой-то вот искре. Но она почему-то, скорее всего, не почему-то она связана с сексуальной энергией, а как раз-таки потому что. Потому что это жизненная энергия, да, сексуальная и огненная энергия, это одна и та же. Да, и вот здесь вот желание жить, вот наслаждаться. Поэтому я сказала, вот это вот удовольствие, радости, праздник. У меня такое ощущение, что вот вам после того, что вы делаете сейчас, да, там очищение, разрушение, вам предстоит, это как будто бы следующий этап, раскрыть себя. Вот раскрыть именно вот эту вот часть себя, радости. У меня ощущение такое, что вы сами удивитесь. Оказывается, я так могу, то есть можно и так жить, да, в радости, что-то такое. И вот и здесь выпадает как раз-таки туз луков, ну, единица луков, туз мечей, да, проще говоря. Вы как будто бы себе поставите новую цель. Я скажу, здесь цель, знаете, когда много страданий было, здесь как будто бы вы поставите себе цель перестать страдать. Вот перестать жить так, как раньше, вот в этой горести, вот в этих трудностях, сложностях. Вы как будто бы раскроете в себе какой-то новый мир энергетический, когда вам легко будет доставаться какие-то цели, да, какие-то желания ваши реализовывать. То есть как будто бы не будет трудностей, и вас это будет очень сильно удивлять. Ну, то есть не потому что почему я раньше этого не знала, а это вот какая-то вот новый аспект вашей жизни, вот абсолютно новый. Вот когда случится, вы мне напишите, я не знаю, я не могу вам объяснить словами это состояние, но оно вас очень удивит. Очень удивит. Почему? Потому что, возможно, допустим, раньше, я не знаю, кто-то из вас хотел пойти учиться, подавал документы, и все время что-то находилось неправильно, ну, не брали, не хватало денег. А это вот, знаете, такое ощущение, что вот подали документы, вам говорят, окей, и не просто мы вас приняли, да, а еще там на первое место, там, на бюджете или еще что-то, и еще там куча бонусов. И вы такие, нифига себе, мне повезло, да. Фортануло так фортануло. Вот здесь вот ощущение того, что вот много такой вот фортуны будет в вашей жизни. И вы не будете бояться, что а вдруг так, вы знаете, держаться, а вдруг этого больше никогда не будет, и такое хорошо, и вот надо это. Нет, вы будете, а я хочу еще, а я хочу еще, а дай мне еще. И вот вам будет приходить и приходить, и вы будете радоваться, радоваться, наполняться вот этими вот моментами какими-то. И чем больше это вас будет наполнять, тем больше у вас вот эта вот искра, она будет раскрываться. Ну, то есть пришло время как-то вот этому огню вашему внутреннему развиться, пробудиться.
Вот ощущение такое, знаете, как извержение какого-то вулкана. И вот пока он не закончит извергать из себя эту лаву, оно так и будет. Вот в вашем случае что-то здесь такое происходит. Напишите потом двоечки, если кто уже пришел в это состояние. Если нет, ну и вспомните расклад, напишите потом обратную связь. Будет очень интересно. А мы с вами переходим к позиции номер 3. Так, а в троечке посмотрим хаотично, что у нас в вашем сундучке. Так, чего-то я не взяла. А, вот, Логинова. Итак, что в вашем сундучке? Десятка жезлов. Какие-то трудности. Насколько это может показаться красота души, я не знаю, но вы как будто бы человек, который сможете преодолеть. Вот вы настолько сильны духом, да, что вы можете преодолеть любые трудности, сложности. Здесь знаете, как мне идет, что вот ваша красота как раз-таки в преодолении каких-то вот препятствий. То есть у вас безмеренная сила. Я не знаю, как это описать. Может быть, у кого-то еще и физическая. Но вот здесь мне идет, знаете, вот как будто бы ваше развитие, оно завязано на каких-то преодолениях. То есть чем больше сложностей и трудностей, тем больше вы развиваетесь. Вы... Знаете, есть, мне просто показывают, есть спринтеры, которые быстро бегают в легкой атлетике, а есть марафонцы, а есть те, которые вот бег с препятствиями. Вот вы почему-то, вот если бы выбирали, каким спортом заниматься, вот вы бы почему-то, мне кажется, выбрали именно бег с препятствиями, да, либо там... как он, триатлон, да, то есть вот, либо еще педатлон, ну, то есть там, где есть много трудностей, сложностей, которых нужно преодолевать, вот это вот ваша основа, и в этом есть ваша красота, понимаете, не в том, что вот вы на себя много берете, а поскольку у нас запрос был показать наши красоты, то есть вот то, что в картах заключается в минусе, мы должны это увидеть как наши плюсы, и вот здесь вот ваши плюсы, что понимаете, вы себе говорите, я смогу, и вы это преодолеваете, и вот в этом есть ваша прелесть, вот в этом есть ваша сила. Вы знаете, как птица Феникс, умеете разрушаться, да, и снова возрождаться, но чтобы разрушиться, вы... Вот именно вот этот вот процесс, да, преодоления каких-то трудностей, сложностей, он как будто бы вас разрушает, и одновременно из этого рождается что-то новое. Потом вот разрушает, и потом опять рождается что-то новое. И тем самым вы, ну, вот продвигаетесь наверх, да, вы как будто бы растете, вы растете, вы... рост у вас идет, знаете, мне показывают здесь какой-то светлый канал света, ну, его можно представить как прожектор большой, вот как эти лучи на концертах бывают, вот мне здесь показывают вот такой белый прожектор, который светит на вас, и вы... Как это, как труба, что ли, вот в этом, ну, вот в этом луче, и вот вас потихоньку поднимает наверх. Вот вы отрываетесь от земли и идете вверх. И вот в этом вот ваша красота, да, то есть в умении как-то вот продвигаться. Это вот путь вашей души, да. Только он не как-то вот мне показывает, как на земле, да, как какой-то вот материальный, да, будет, а мне показывает именно вот в этом и заключается, да, ваше движение к свету, движение к вашей душе. Хорошо, в чем еще ваша красота?
Такая карта неоднозначная. Здесь нарисована девушка. Вы смотрите, она с закрытыми глазами, но верх проявленный, а низ нет. Так, как будто бы она парит. У меня такое ощущение, что вот ваша красота заключается в том, что вы умеете контактировать с тонким планом. То есть вы умеете контактировать. Здесь, знаете, вот она как будто бы, она есть, и ее как будто бы и нету в этом мире. И сейчас у вас, скорее всего, процесс идет такой. Поэтому не случайно я сказала, что вы как будто бы отталкиваетесь от этого мира и идете как-то вот в более тонкие миры. Вы как будто бы, знаете, зовете кого-то, притягиваете своей душой, вот кого-то зовете, что-то, с кем-то контактируете, но вы не на земле сейчас находитесь, у вас нету вот заземления. Вы находитесь как будто в своем каком-то особом мире, вот волшебном, вот действительно волшебном, да, это не оговорка, а это... в том мире, где вы взаимодействуете иначе с теми силами, которые обычно людям не видны. Вот у вас происходят какие-то процессы, которые... например, если кому-то нужно купить буханку хлеба, он встает, идет, покупает. А вот в вашем мире нету такого. В вашем мире вы подумали и... не знаю, кто-то вам в дверь постучался, и соседка говорит, ой, слушай, я ходила за хлебом, ну и подумала, может быть, и тебе надо, на, вот я тебе купил, то есть к вам пришло это, понимаете? То есть здесь как будто бы красота вашего мира уметь общаться с теми силами, которыми, ну, обычные люди не видят. Вы общаетесь с миром, вы с миром, я не имею в виду людей, вы общаетесь с природой, вы общаетесь силами как-то вот с тонкого плана, что ли? У меня такое вот ощущение вот от этой карты, что она, знаете, она закрывает глаза, эта девушка. И вот она ментально с кем-то разговаривает, она с кем-то ведет этот диалог. Но в тот момент, когда она ведет этот диалог, она как будто бы защищена. То есть все силы природы, вот эти вот там листья, которые вокруг нее, они не падают. Они как будто бы парят, да. То есть вот духи ее как будто бы охраняют. Вот здесь что-то такое. Ваша красота заключается в том, что ваше сознание не ограничено. Да? У вас есть вера в то, во что не верят другие люди. И из-за того, что вы верите в то, во что не верят другие люди, вы получаете у вас больше как-то, ну, способности, что ли. Вот вы четко осознаете, что вы пришли в этот мир для того, чтобы получать опыт. У вас другой уровень сознания, у вас другое восприятие мира, да, вы как-то более легче относитесь к каким-то ситуациям, не потому что вам они легко даются, а потому что вы видите что-то большее за этими ситуациями. То есть вы как будто бы видите причинно-следственную связь, вы понимаете, окей, ну трудность, какая-то вот отработка, пошел, отработал, чем быстрее отработаю, быстрее пойду дальше. Да, вот какой-то вот такой вот подход более легкий, да, вы человек, у которого нету какой-то вот конкретной цели, понимаете, для вас жизнь – это сам процесс. И вы готовы принять в этом процессе все, что, что приходит, да, причем без какой-то оценки. Вот есть у вас вот эта вот открытость, доверие к миру, желание изучать его, да, желание путешествовать. Вот вы постоянно находитесь вот в какой-то дороге, да, либо что-то читаете постоянно, что-то изучаете. Здесь нету какой-то конкретной направленности на что-то у вашей души. Здесь ощущение того, что она пришла, и вот все, что с ней случится, это важно, это значимо, и вы принимаете. Вы не ищете ничего. Вот с вами просто происходит. Если отношения, то они случились, вы их не искали. Если там, я не знаю, какой-то выбор профессии, она с вами случилась, вы ее не искали. Вот ощущение того, что вы хорошо умеете слушать еще и свою интуицию, и она вас как будто бы не подводит, да. Вот есть ваш мир, в котором есть вы и ваша интуиция, и все.
Вы как будто бы живете в своей вселенной, что ли, создаете эту свою вселенную. Конечно. Выпала карта первопроходца. Когда выпадает карта первопроходца, это говорит о том, что в вашей жизни не может быть учителей, потому что вы являетесь учителем для других людей, для вообще в жизни, для себя. То есть у вас не будет наставников. Наставники – это сама жизнь для вас. Наставники – это природа, это ваш опыт. К вам могут обращаться люди за тем, чтобы вы их, наоборот, наставили на путь истинный. Да? Вы тот человек, который вот прям вот... Здесь выпала карта первопроходца, а до этого выпал аркан шута. Человек, который все хочет знать. Да, хочу все знать. В чем ваше сокровище? Хочу все знать. Хочу все попробовать. И вы это делаете, вы это воплощаете. Да? Вы узнаете новые места, вы узнаете какие-то новые ремесла. Вот здесь, знаете, ощущение, кто-то из вас сейчас находится в каком-то месте, мне идут почему-то луга. Вот луг, какой-то бесконечный зеленый луг. И на этом лугу есть какие-то цветы. И вот одуванчики почему-то. И вот знаете, вот вы идете и то ли бежите. Кто-то, может быть, действительно любит лошадей, либо на лошади сейчас, да, либо это может быть велосипед, либо мотоцикл, но не машина. Вот здесь вот какая-то вот лошадь, да, и какие-то лошадиные силы. Вот, и вы как будто бы бежите, вы бежите по жизни, вообще торопитесь сами по себе. Но сейчас какое-то вот, какое-то место такое, я не знаю, чем вы там занимаетесь, но вы как будто бы открываете, может быть, кто-то подготавливает. Знаете, вот когда бывают ретриты, и человек ездит в какое-то место, да, предварительно, чтобы посмотреть, его осмотреть, а потом пригласить туда людей на ретрит. Вот что-то такое, да, как первооткрыватель, первопроходец. То есть вы что-то делаете сейчас, а потом за вами пойдут другие люди. Вот вы тот человек, который ведет людей. Да, не случайно у вас есть вот эта вот связь свыше. Вас ведут свыше только. У вас нету земных учителей, у вас нет земных наставников. Вас тут как будто бы ведут свыше, а говорят, направляют, а потом вы за собой ведете людей. Либо у вас какая-то, знаете, профессия, я не знаю, вы вводите, если, например, занимаетесь одеждой, вот какой-то свой стиль придумали, ну, просто потому что вам так удобно, комфортно, не знаю, и потом смотрите, и как-то, знаете, вот ваши подруги, либо друзья, они тоже стали так одеваться, да, и вы спрашиваете, а что такое? Ну, нам понравилось, да, либо вот вы как-то стали свой дом украшать, вот, и, ну, как-то пособие, посмотрите, и вот, и такое же есть, да, у ваших подруг. Либо поехали в какое-то место, в которое, ну, раньше никто никогда не ездил, рассказали, и потом смотрите, и другие тоже, да, у вас есть такое, есть, да, показали мне одну такую вещь очень интересную, если вы заходите в какое-то кафе, либо в какое-то место, где до этого не было людей, и вот вы говорите, вот классное место, сейчас я отдохну, ну, типа, я один, так, тишина, спокойствие. И через какое-то время смотрите, и это место начинает наполняться людьми. Или вот вы заходите в метро, либо в автобус, вот сидите, то есть выбираете специально какое-то место, ну, не знаю, может быть, в углу где-то, где нету никого. И вот заходит человек, да, вот пустое помещение, и вы. И он придет именно рядом с вами сядет, не где-то там в сторонке, а вот именно рядом с вами. Вы так смотрите, блин, ну столько же места, надо обязательно рядом со мной, вот что-то такое у вас происходит. Еще в чем красота, знаете, вы с одной стороны такой достаточно торопышка, скоростной человек, хочется сказать, да, в чем-то бежите вперед паровоза, но вы где-то глубоко внутри себя, вы понимаете процессы, как происходит, да, и вы все же... умеете ждать нужного времени. Вот какой-то такой, знаете, парадокс. С одной стороны торопишься, а с другой стороны, из-за того, что вы понимаете, как происходят процессы, вы понимаете, вот здесь нужно подождать.
Да, мне это не нравится, да, хотелось бы что-то по-другому, быстрее. Но я понимаю, что всему свое время. И вот вы выжидаете. Может быть, сейчас есть какой-то такой период, когда вы выжидаете какого-то результата. То есть вы терпеливо умеете ждать, когда нужно. Ну, классно. И чего вы ожидаете? Вы ожидаете осознания, да, аркан солнца. А в театре кукол, посмотрите, сидят две куклы. Может быть, кто-то ждет отпуска, да, вот устал и жду этого отпуска. Причем, знаете, аркан шута и аркан солнца, они для меня так очень-очень пересекаются, да, что один, что другой говорит о какой-то новизне, обновлении, легкости, безмятежности, беззаботности. Может быть, действительно кто-то отпуска ждет, может быть, находится кто-то в отпуске. Но здесь вот такой, знаете, а мне все фиолетово, да, вот в моей жизни все классно, все хорошо. Здесь, скорее всего, вы умеете расслабляться, вы умеете получать удовольствие, да, вы умеете быть, невзирая на ваши регалии, огромный опыт и как практиков, и вообще как людей, вы умеете наслаждаться жизнью тогда, когда нужно. То есть вы, у вас есть это понимание, да, как хорошо можно отдохнуть, не лежа где-то на диване, а вот, ну вот хорошо отдохнуть. Хорошо, в моем понимании, это когда я отдохнул, и я наполнился энергиями. А не отдохнул, подумал, что 50 еще какие-то вещей, мне еще хуже стало. Нет. Вот есть вот в этом, вы знаете, какая-то вот безмятежность, беззаботность. Вот либо она вам нужна, и здесь я не могу понять, либо это у вас есть сейчас, присутствует. Давайте я уточню, хотя, в принципе, я не хотела этого делать. Вашей солнечности, вашей энергетики, у вас есть такая, знаете, очень качественная энергия, но вы молодцы на самом деле, что вы не являетесь донором для халявщиков. Да, к вам люди раньше приходили за энергией, но сейчас вы четко умеете выстраивать вот эту вот границу и говорить, что нет. Ну, то есть отсекать. У вас вкусная энергия. Не случайно на первой позиции у меня комарик летал. Хочется сказать, такая вкусная, сладкая, насыщенная кровь у вас, что, но вы не отдаете, да, то есть вы это делаете избирательно, осознанно, тогда, когда хотите и с кем хотите, то есть вы, ну, умеете этим управлять. У меня такое ощущение, что если даже вам кто-то здесь, аркан выпал, бумеранг называется, что даже если кто-то вам причинил когда-то какое-то зло, вы четко понимая процессы и законы мироздания, ничего не делаете. И вот сейчас у меня такое ощущение, что к вам прилетел бумеранг за ваши деяния, но в кавычках бумеранг, что-то такое хорошее в вашей жизни случилось. То есть вы как будто бы отдыхайте и наслаждайтесь сейчас жизнью, потому что заслужили, да? Потому что вот что-то сделали, и к вам прилетел этот бумеранг. Я не знаю, может быть, кому-то деньги пришли, может быть, какой-то вот бонус классненький, может быть, какая-то поездка туристическая, да, кому-то сейчас выпало. Вы... Классно, откуда этого? Вот это вот ваш какой-то вот бумеранг сейчас прилетел. Но вы по своей натуре такой солнечный, достаточный человек. У вас очень много разных энергий. Много силы, сила воли, вообще много энергии. И плюс ко всему такая, знаете, зрелость, собранность, сосредоточенность. Но и одновременно вы можете быть и маленьким ребенком, ну то есть маленькой девочкой. Вам это не чуждо, но вы как будто бы, знаете, умеете переключаться очень хорошо из одной роли на другую. И самое интересное, что вот вас вот эти вот трудности, сложности по жизни, они вас не сломали. Я не могу вас, знаете, как-то облатить в какую-то одну форму какого-то пола. Ну, допустим, сказать, что вот у вас много мужской энергии, либо у вас много женской энергии. Нет, вот у вас в меру все. Вот вы как будто бы целостные люди у меня проходите. И женского достаточно, и мужского, и как ребенок. Вот... У вас всего достаточно, да, вы просто умеете правильно этим пользоваться. Вот это и есть ваше сокровище вашей души. Такая позиция у меня была. Третья. Я благодарю Танюшу за идею.
еще есть куча раскладов, которые предложила Таня, и я их обязательно сделаю. Сегодня думала, сделаю другой про маски, но, наверное, в ближайшее время я сделаю этот расклад, какие маски я ношу и для чего, почему-то вот мне захотелось. Все, вот у меня есть список, куда я смотрю, да, расклады, которые я могу сделать, вот они у меня все время, знаете, под настроение, в каком состоянии я нахожусь, такой аналогичный расклад я и делал. А я с вами всеми прощаюсь, пожелаю вам отличной рабочей недели. Для тех, кто работает, кто не работает, отдыхает, прекрасного отдыха. Наслаждайтесь жизнью, наполняйте жизнью, будьте здоровы, будьте счастливы, любите и будьте любимы. А я с вами прощаюсь, всем пока-пока.